100. Осталось несколько минут до нашего погружения. Как ваши ощущения, расскажи? Посадка прошла успешно. Ждем. И на самом деле тут все очень так колоритно, круги. Вот это все крутые камеры. Наши гидрокостюмчики, можете полюбоваться. Наши ластры. Вид хороший, настроение хорошее, глаза большие, круглые. Дальше утюги с цепями. День обещает быть веселым. Да, поэтому будем... У нас большая группа собралась тут. Ну еще не вся там, мне кажется. Нуждается веселье. Поэтому обещают, что все пройдет без боли. Погружение на 100 метров или на сколько? Минимум на 60. Я минимум на 6 бы себе представить, что я буду чувствовать. Где-то неподалеку Титаник завалялся. С айсбергом. Мужчина, вы кто? Нас кого-то преследуют, балласт. Который день просто. Балласт. А, вы наш балласт. Здравствуйте. Да, иначе лодка перевернется. Нам сказали то, что вот эти, как сзади, которые делают кислород. Где кислород? Ну, баллоны. Будут всплывать. Баллоны эти. Они будут всплывать там. А мы будем оставаться. То есть тонуть мы не будем. Там забыли сказать, мы фридайвингом занимаемся. Там уже здорово. А мы нет. Но это же без этого, потому... без всего. Просто ты плаваешь и все, вниз, охотишься. 200 метров, да. С этим, на карасей, гарпунком. Это надо 2 минуты без кислорода. Просто так. Кто вам сказал? Минимум 10. Так такого нет рекорда даже. 20 минут. Да. В бассейне, правда. Я не вру абсолютно. Вы загуглите. Да, ну, какая разница. Уже мы подписались на эту всю историю. Мы обязательно кайфанем. У нас другого выбора нет. Не забудьте передать привет близким. Да, не надо, я очень тебя люблю. Давайте без этого. Так, сейчас снимем пальму. Посмотри, какие там эти домики классные. Можешь их поснимать. Вот там гостиница есть. Одна продается. Риэлтор сидел. Представляю, бегущей строкой свой номер телефона. Да, замечательно. Погода шепчет, дождя нет, хорошо. Думаю, что поплаваем. Ну что, будем терять? Ждем погружение. Пушки, поплаваем, мы идем. Мы идем, а поплаваем в море. Наша группа. Где наш капитан? Капитан. Рома. Я. Мы готовы. Вон капитан. Так. Помашите нам ручку. Здесь того, что надо снимать. Кудилок. Как отходит. Так, я не понял. Я взял кредит, нельзя меня снимать. Вы в очках все нормально, мы вам усы подрисуем. Представьте, пожалуйста. У меня получатый племянник Жукова, Макс. Поэтому Будённа, я уже не помню, бабушка рассказывала, с кем там у него был роман, я так и не запомнил. Мы все записали, все проверим. Сам процесс в том, это же я так понимаю, что будет 100 гигов информации, а ролик будет 12 мегабит, да?